Всем здоров, ребятки, с вами Фабиан, и мы продолжим с вами играть сегодня в Shadow Speak. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что мы вроде как убили ссаную Чупакабру, и нам опять накинули 100 тысяч разных заданий по поводу того, что нам нужно пойти на вышку, принести бензина, завести генератор, что-то там сделать еще. Ну, короче, до вышки мы дошли, взяли канистру и на этом остановились, поэтому продолжим с этого момента и посмотрим, что будет дальше. Как я так, блядь, складно разговариваю, когда видео пишу? Я когда с людьми говорю, я такая... Ёпта. Вот так вот, короче, поэтому очень странно. Ладно. Так, здесь вот ничего не было, мы остановились вот здесь, сохранка. Значит, и канистру, по идее, я еще не взяла. Хорошо, окей, сейчас возьму. И бочки с бензом у нас находятся там, где ветряная мельница. А где ветряная мельница? Там, кстати говоря, ссаное говно. Там мы видели странное, блядь, существо. Очень странное, которое захерачило нас какими-то помехами. И на этом все закончилось. Так, здесь у нас больше ничего особо такого нет, да, интересного? Это что такое? Вот это говно какое-то, что это? Какой-то кусок асфальта. А, блядь! Сука, вот что с нашими дорогами происходит. Какой-то пидор просто, блядь, куски асфальта вытаскивает и себе, блядь, домой приносит. Ясно, понятно. Я думаю, знаете, что надо? Стоит сохраниться, наверное, еще раз здесь же, чтобы уже быть с канистрой, если что, и чтобы не лазить опять на вышку и все вот это вот не делать. Сейчас мы это сделаем, попробуем пойти туда, к мельнице, короче. Так, мы пришли, по идее, так, вот отсюда. Да залезьте на бревно, это сраное. Ой, блин, тихо. Ой, звуки вообще меня что-то не устраивают. А что если обойти мимо вот это вот строение, а не через него проходить? О, смотрите, а тут так можно сделать, кстати, лол. Это типа, знаете, для особо... Типа чуваков, которые верят во всякое стрёмное дерьмо, они такие, блядь, опасаются этой штуки, такие, типа, ладно, вот вам, блядь, обход. Как это дерьмо-то называется? Суеверный тип. Так, это звук от мельницы. Наверное, в принципе, все неплохо. Короче, давайте попробуем сделать так. Это что, елка? Попробуем не ссать. Блядский рот. Блядский рот. Ёб твою мать! Блять, паника ебаная! Ах. Ладно. Не зря сохранилась. Хорошо. Так, значит, там будет еще один пидор. Причем вы видели? Он, сука, он вроде лежал, короче, и он резко встал. Он что, отдыхал там, типа, на звездочки смотрел или что? Ух ты, блядь, что это что такое тут? Здесь какое-то созвездие, блядь. Просто кучка, ладно. О, созвездие, как будто в натуре. Кстати, небо прикольно выглядит, мне нравится. Ладно, так, не об этом, все. Короче, идем. Бля, опять в этом месте этот звук? Нет, не надо так. Все, я поняла. А эта хуйня приползет сзади, что самое стрёмное. Так, тогда нам давайте надо вот так сделать. Пойти в эту сторону, он появится. Мы его грохнем и побежим! Блядь, побежим, прям побежим вот сюда, на мельницу. А вдруг еще один будет, блядь, сейчас? Что тогда делать? Блядь, тут еще один! Или это тот же самый, короче, ну, неважно, я не знаю, блядь. Сейчас еще один, да, будет? Ой, сука, ой, заплохело что-то мужику. Блядь, живи нормально, короче. Так, давайте релоуднем. А как я, блядь, еще вам пройду тогда сюда? Интересно и вообще. А, вот через здесь, что ли, вы хотите, чтобы я залез? Может, блядь, можно как по камушкам? Пожалуйста, мужик, по камушкам, блядь, залезь. Мы сейчас наебем с тобой игру вообще, как, блядь, боги. Да блез! Бля, приближается эта хуйня, судя по всему. Она ползет за мной, что ли, серьезно? Блядь, что так стрёмно? Зачем она за мной, бля, ползет? Так, короче. Вот мельница. Вот бочки. Бежим. Сейчас, бля. Ёб твою мать! Блядь! Я наполнил канистру, бля, какой-то молодец! А-а-а! Блядь! 4 хп, сдохло. Почему оно у меня уже коцает? Это ненормально. Что за дерьмо? Так, вот бочки. Блять, я не знаю, как это сделать, чуваки. Я вообще не вижу, куда я бегу. Никуда не бегу. Бля, я умру, короче. Я умерла. Я не знаю, чуваки.
Окей, начинает подгорать, блядь, хорошо, сука, хорошо, блядь, ебучая игра. Ты, блядь, меня доведешь, падла, походу. Я не понимаю, где он? Меня пока не прокоцало. Но как только я подбегу к бочкам... Бля, вот он, понятно, меня прокоцает. Он очень быстро за мной идет. Блядь, такое ощущение, что тут еще один есть. А как мне вылезти, блядь, отсюда? Никак? Все, я застряла тупо, блядь. Я не понимаю, куда мне идти. Это какая-то хуйплень. Еще раз. Вот он, наверное, заспаунился такой. Где вот он? Смотрите, да, он не замедляется. Насрать вообще. Сейчас, ладно, это будет проверочная, короче, хуйня. А, стоп. А, так он убивается. Сейчас я тебя, сука, выебу в твою огромную жопу, пидорас. Блять, ебаный нахуй. Вот, блять, пушкой просто нахуй тебя настреляю. А зачем я потратила патрон? Ну ладно, хуй с ним. Просто, блять, чтобы тебе гадко было, блять, обидно. Пидорас, ебаный, розовенький, хуй полет. То есть, 4 патрона, если мы в него всаживаем, то типа как бы норм, да? Говорите. Окей. А где он, блядь? Может, он тут где-то? Я, блядь, просто его нахуй не заметила. Может, он из дома выходит вот из этого? Или откуда он берется-то? Стоп, тут 2 могилки? В смысле 2 могилки? Бля, была одна, помните? Сара и... А это что? А это Элиас! Да Сары не было, бля! Откуда Сара? А, стоп! Или это сестра того чувака, Сара? Блядь, чего? Короче, не понимаю. Мне нужно сейчас вот так подойти. Вот он. Так. Тихо. Так. Давай. Да почему? Фу, блядь, 50 хп оставил мне. Тварь, блядь, сраная. А хилки нет, блядь. Хилку я забрала отсюда в прошлый раз, по-моему. Если она тут еще была. Насрать, ладно. Наполнили, короче. Бук-бук-бук-бук-бук. Так, теперь нам к вышке. И это, сука, по-любому, короче, мы сейчас встретим еще одно такое дерьмо, и оно нас завалит. Я почти, блядь, уверена. А как нам, блядь, туда пройти? Чего, блядь? А где ты? А, вот, орёт, блядь. Ой, там еще один, блядский рот. Есть еще? Нет? Все? А это все? Окей. Так, в вышке была хилка, короче. Я сначала попробую добежать, блядь, до хилки. Где он? Где он, блядь? Я вообще не вижу. Тихо, блядь. Так, я не вижу его, короче. Я не вижу ваших рук, ёпта! Где он, блядь? Блядь, я сейчас обоссусь и умру. Что вы, блядь, делаете-то со мной? Блядь, что ты делаешь, Алла? Ну? Блядь, надо было так закривить. Давайте сохранимся, все нормально. Хотя бы с 60 хп, хер с ним, блядь, живые. Блядь, вот где. Чмо, блядь, чмо! Блядь, убей меня, давай, говно. Хорошо, ладно, спокойно. Пиздец. Так, вот один идет. Бля, как он охуенно идет, не могу. Ёбаный в рот. Что это было, блядь? Окей. Окей. Ага, вот он. Бля, пизда мне. Еще один. Так, вот еще один. Блядь! Тихо. Все? Быстро до сохранки. Все-таки сохранимся еще раз. Так, нормально. Нормально вроде. Работаем, пацаны. Блядь, как же стрёмно, ёб твою мать, это пиздец. Так, хилка наверху, точно. А, и здесь есть. Хорошо. Хер с ней. А, или может оттуда я тоже уже забрала, блин, я не помню. Ладно, главное сейчас захилиться. Где она? Вот здесь. Все. Короче, еще раз сохраниться.
предусмотрительно вообще, пиздец. Потому что я же не знаю, что там случится, если я включу, короче, это радио сраное. Где сейфка-то? Вот она. Возможно, радио нам нужно для того, чтобы, типа, нас забрали отсюда. Типа, эвакуируйте меня, спасите, помогите. Я не знаю. Но генератор у нас, кажется, вот в этом сарае. Вот это, наверное... Блин, хрен его знает. Короче, по идее, в вышке тогда радио заработает, и мы сможем что-то делать. Ну, я не знаю, ладно. Так, тихо, блядь. Еще попробуем. Использовать радио в смотровой вышке. Ага, окей. Так, генератор запахал, да? Все спокойно, да? Вроде. Нормально. Хорошо. Блядь. Сука. Стремно, я как говно не могу. Это вообще жесть. Ладно. Все, сейчас. Надо, блядь, расслабиться. Что-то вообще я очень сусильно. Да, блин, пролезь, господи. Так. Эй, меня кто-то слышит. Пожалуйста, отзовитесь. Мне нужна помощь. Угу. На связи офис рейнджеров парка округа Бэквуд. Назовите себя и пишите вашу проблему. Прием. Хуя себе! Меня зовут Джеймс Колбурн. Моя машина поломалась около моста в Бронстон-парке, и мой мобильный не ловит сеть. Я понял. Вам нужна медицинская помощь. Прием. Нет, я в порядке. Мне просто нужно, чтобы кто-то забрал меня отсюда. Прием. Я понял вас, Джеймс. Сейчас вы должны вернуться к своей машине и дождаться моего приезда. Я подберу вас через час. Вы поняли меня, Джеймс? Прием. Да. Большое спасибо. Конец связи. Ой, какой, блядь, дебил. Вернуться в трейлер и ожидай прибытия помощи. Короче, это вообще какая-то дичь. Как бы... Тут у чувака, блядь, инопланетяне, чупакабра, какие-то, блядь, радиопомешанные инопланетяне. Вот. Ему говорят, опиши проблему. Он такой, блядь, да тачка сломалась, телефон не ловит. Я в ахуе с него. Хорошо, идем. Блядский рот. Закрой дверь, блядь! Что это? Висп, это ты? Айо! Алло, бля! Висп, ты охуел? Висп, иди отсюда! Висп, отстань! Он пойдет за мной? Висп! Ты освещать путь будешь мне, нет? Знаете что, я не помню, где мой трейлер, как бы. Блядь, это все, конечно, очень интересно. Стоит в него выстрелить или нет? Наверное, нет. Понятия не имею. Так. А, карты-то у меня нет больше, почему? Хрен его знает. Ладно. Надо сейвнуться, я думаю. Вот, сейчас сейвнемся и пойдем искать свой ссаный... Это что такое? Это дерево. Пойдем искать свой ссаный трейлер, короче. Он, по идее, в низине находится. Так, вот здесь, если вот эта херня, то река идет вот так, вот так, вот так, значит, нам вот туда куда-то. Пень! Ебать, напугал меня скотина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блять, угу-гу-гу-гу, скотина. Ладно, давайте попробуем вот так аккуратно спуститься. Блять, не получится, походу, аккуратно. Стоп. Нет, все-таки давайте попробуем. Давайте все-таки да. Так. Вот так. Блять. А, это, кстати, чернушник орет, между прочим. Так что мне, блять, надо съебывать отсюда. Я не уверена, что я бегу вообще в ту сторону, в какую надо. И это чернушник. А что такое-то? Че их вдруг? Блять. Корешки, не мешайтесь. Чего их так много стало вдруг? Так, вот эта хрень. Тут, вот на той стороне, короче, наш трейлер. Все, надо. Я понял, куда бежать. Ух, блин. Спустя, короче, 100 тысяч серий. Мне кажется, это конец игры. К концу игры я наконец-то научилась, блядь, ориентироваться вообще на местности здесь. Окей. Собственно. Чего и стоило от меня ожидать. Бляха, муха! Да ну нахуй, суицид, суицид сразу, просто лучше суицид, чем эта хуйня. 50 хп, бля, я так покоцалась сильно, обоссаться можно. Давай, оживай, блин, мужик! Так, раз, два, три, четыре, блядь, пять! Нет, нет, он меня убьет! Нет! Бля! Хорошо. Так, смотрите, вот дырка, да, здесь. Так, стоп, а что если я попробую пройти вот так по стеночке? По стеночке вот так, вот так, вот так, вот так.
Тихо. Вот, он же меня вот здесь где-то, да, подловил на вот этой дорожке. Что за звук? Короче, вот на этом спуске. А дом наш, по идее, вот тут где-то трейлер. Дом-трейлер, блин. И сейчас, если я вот так вот так вот так вот так пройду. Так вот так. И, блядь, вот... Сука, нет. И вот так быстро прям побегу, побегу. Побегу, 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 блядь. Где я вообще, блядь? Бля, где я, сука? Чуваки, я не понимаю, где я. Где мой трейлер, блядь? Где мой ебучий трейлер? Вот он! Бля... Блядь. Вода, какая же ты жуткая, сука. Это пиздец. Быстро сейвка, блядь. Ты-ты... Ух ты, блядь. Добрый день. Это еще кто такой? А, по-моему, его здесь не было раньше. Ладно, насрать. Короче, мне сказали вернуться, да? Я сейвнулась, все нормально. Все, я ушла. Че, бля, НЛО прилетит? Твою мать! Сука. Скажите мне, что я прошла ебучую игру. Блядь. Чё, блядь, шутите? Я в ебучем НЛО, блядь. Я могу двигаться? Так, я не могу ничего делать. А чё все голенькие были, а ты в костюме? А чё он, блядь, смотрит? Не могу себе, дитя моё, тебе нечего бояться, но я должен поделиться с тобой плохой новостью. Скоро большой астероид столкнется с Землей, и это приведет к гибели человечества. Это то, что нужно. Мы знаем, что это случится, но не можем вмешиваться. Мы не хотим, чтобы человечество вымерло. Ага. Поэтому мы забирали людей и перемещали их на планету, где человечество сможет продолжить свое существование. Спасибо. К сожалению, межгалактические полеты требуют затрат огромного количества энергии, а человеческая душа является одним из самых мощных источников энергии во Вселенной. Поэтому, чтобы воплотить этот план в жизнь, пришлось пойти на определенные жертвы. Я надеюсь, ты сможешь понять и простить нас, учитывая, что а пути на кону находится существование человечества. Да, конечно, не, без проблем, теперь пацаны. Дитя мое, и набирайся сил для новой жизни. Спасибо, спасибо. Вообще, слышите, о, прям, бля, по-братски. А чё нахуй вы меня пугали-то, блядь? Убивать там пытались? Это зачем? Пиздец. Все, можно игра закончится, пожалуйста, блядь? Я не могу больше уже видеть этих инопланетян. Это что, бля, такое-то? Ебись конем! Вы, блядь, наверное, шутите. Выглядит неплохо, между прочим. Охренеть. Все, слава богу. Фу. Это жестко, чуваки. Но создатели крутые, и игра оказалась охренеть какой длинной. Я не ожидал, что она будет такой большой. Не знаю, по-моему, это очень забавно. Актеры озвучки, конечно, блядь, русские не очень, вот, да, вот эти вот все. Но, в принципе, игра прикольная, мне понравилась. Если вам она тоже понравилась, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И что еще делать? Еще репостите этот видос. В конце концов, игра оказалась достаточно забавной. И можете поиграть в нее сами и попробовать, блин, сами пострелять ровно в сраных инопланетян. И не промахиваться. Угу. В общем, на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Фабиан. Счастливо.